Уважаемые друзья и подписчики, приветствую вас. Поговорим о целях высаживания павловни. Обычно говорят, называют две задачи. Это первое – деловая древесина, и второе – это декоративная цель. Также говорят иногда о лесополосах, говорят о павловне-медоносе. Но для меня главная функция в данных условиях – это защита от жары в условиях Крыма, в условиях, когда надо как-то спрятаться и дом спрятать, и самому спрятаться от жары. А также некоторые сопутствующие цели второстепенные. Но затенение, не исключающее и декоративную функцию. То есть я считаю, что павловня должна быть красивой. То, что я посмотрел, примеры, высаженные в Одесской области, прежде всего сорт Z07, ну, меня это не удовлетворяет. А вот томинтозы или шантонги, это деревья достаточно красивые. Хотя, если будут взрослые паутонги, ну, может быть, они приобретут какую-то свою эстетику. Вот. Ну, то, что здесь сейчас формируется, дерево действительно маленькое, болели растения хлорозом, и сейчас они пролечены. Будем надеяться, что где-то через на следующий год, через какое-то время начну свою функцию исполнять. То есть главное — это и украшать участок, и затенять от солнца. Этот шантонг посажен далеко от дома. Ну, не будешь же бетон ломать, по крайней мере, в данных условиях. Поначалу, после нашего переезда сюда, я, конечно, на это дело не решаюсь. Но будем надеяться, что когда-то ветки пойдут, и он будет помогать затенению. А сейчас уже будет затенять ближайший. Это самый большой, 1,50 м ровно по верхней почке. Следующие две павловни, которые посажены вокруг дома, эти со стороны улицы, 95 сантиметров на те же самые числа и 1,30 м сантиметров. Кроме того, что они должны здесь затенять, и, ну, я даже надеюсь, что уже в этом году небольшое затенение будет окон. Кроме этого, они еще защищают от шума уличного, от загазованности.